нами присутствуют три человека. Представься, пожалуйста. Ира. Ира. Ира, сколько лет тебе? 16. Алина, 16. Богдан, 16. Сейчас Богдан и Алина пойдут в магазин. Вот 50 гривен. Номер КЕ 875-3065. И они купят бутылку вина и сигареты. Несовершеннолетние. Ты будешь как свидетель. И еще у нас свидетель кто? Ну вот, вот. Сестока, нет, классно, да? Да. Давай, представься сразу. Я Сергей Романец. Свидетель? Свидетель. Сколько лет? 20. Реально? 20. Все. Отправляемся в путь. Все остальные по местам, камеры по местам, журналисты по местам. Первая точка на Севастопольской площади, гастроном. И как он называется? Ну да, магазин. Магазин. Идем. Как и был. Киоска. Ну, десь, де ти мене забирав, так. Ось і кіоска. Я тут. Вот, слушайте. Чего вы продали несовершеннолетним вино? И сигареты? Сказали, что паспорт есть, все, 18 лет, с 18 лет. А вы смотрели паспорт? Мальчик сказал, есть 18 лет. А вы смотрели паспорт? А если он скажет, что он владелец этого магазина, вы ему отдадите кассу? А лицензия у вас есть на продажу алкоголя? Конечно. Покажите, пожалуйста. Можно покажет? Чтобы мне было недопонятно. Да, конечно. Вот свидетельство. Наклеивайте. Наш любимый метод – водяной.